В поселке Уптар прошел прием граждан по личным вопросам. Мэр областного центра выслушал все претензии и жалобы жителей, а также моментально решал, как им помочь. По словам Юрия Федоровича, все просьбы, с которыми обращались жители Уптара, были вполне ожидаемы. Большая часть вопросов касалась переселения из аварийного жилья. Основная масса аварийного жилья по городу Магадану – это поселок Уптар, поселок Гидростроителей, улица там Красноярская, Синегорская, знаете, Красноярская ГЭС была, Синегорская там, Гидростроителей. Это все улицы, они двухэтажные старые дома, они находятся все, слово аварийное не совсем подходит, они находятся в состоянии неработоспособном. И вот сейчас по трем домам здесь были, нам, к сожалению, мало выделили квартир в тех домах, которые сейчас сдает правительство Магаданской области на Соколе, люди хотят туда идти, но нам только 9 дали квартир, нам нужно в 2 раза, может даже больше, чем предложили. Поэтому мы будем искать на вторичном рынке здесь, в Уптаре. Но многие, кстати говоря, не хотят ехать на Соколе, им очень нравится этот зеленый красивый поселок Уптар. Вот по 3 домам мы будем принимать решение и изыскивать денежные средства для приобретения жилья на вторичном рынке. Пережить эту зиму в таких домах будет сложно, поэтому для упрощения и ускорения процесса переселения Юрий Федорович рассказал, что в скором времени они примут некоторые меры через комиссию по чрезвычайным ситуациям, чтобы быстро произвести закупки жилья.